Малыши-малышки целый день играли. Малыши-малышки к вечеру устали. С мамой пошептушки, книжки убираем. Подождут игрушки. Баю-баю-баю. Мягкие кроватки ждут уже детишек, неженок, девчонок, шустриков, мальчишек. С мамой пошептушки, глазки закрываем. Сон приснится сладкий. Баю-баю-баю. Привет, мальчишки! Привет, Маша! А вы что, спать не собираетесь? Нет! Мы готовимся к Олимпийским играм! Ну, ничего себе! Вот только участвовать в самых главных соревнованиях можно с 16 лет, так что у вас еще много времени в запасе. Предлагаю немного отдохнуть, а я пока расскажу про Олимпийские игры. Самый первый раз Олимпийские игры проходили в городе Олимпия, поэтому они и называются Олимпийские. Сейчас на эти соревнования съезжаются самые сильные спортсмены со всех 5 материков. Европы, Азии, Африки, Австралии, Америки. И символ Олимпиады – 5 цветных сплетенных колец – обозначает дружбу между всеми этими материками. Мальчики, а какие виды спорта вы знаете? Футбол, гимнастика, плавание. Да, их очень много. Жители каждого из 5 материков подарили остальным людям свои виды спорта. Жители Африки в древности очень любили прыгать через быка. А в современной гимнастике спортсмены прыгают через гимнастического коня. А вы умеете высоко прыгать? Да! Ну-ка покажите, кто выше прыгнет. Ну-ка. Оба молодцы. Нет, я выше. Нет, нет, оба молодцы. Еще раз. А вот древние жители Америки, индейцы, любили игры с мячом. Им казалось, что мяч похож на Луну или на Солнце. Перемещение мяча символизировало смену Солнца и Луны. В странах Азии было создано много школ борьбы. Карате, ушу, дзюдо. Эти боевые искусства придумали для самозащиты. Какие вы сильные! А что любили делать древние жители Австралии? Они отлично стреляли из лука. У них был острый глаз. Вот и сейчас лучники всего мира соревнуются в меткости. И вас я хочу проверить. Так, держи. Тебе 2 мяча и тебе 2 мяча. Кто закинет их сюда, тот самый меткий. Оп, молодец. Тоже молодец. Получается ничья. Ну и, конечно, многие виды спорта зародились в Европе. Например, ваш любимый футбол. Вот и получается, что история Олимпиады – это история крепкой дружбы. И побед! Конечно. Всем победителям Олимпийских игр вручают золотые медали. Эти спортсмены самые сильные на всем земном шаре. А вы – самые сильные и ловкие мальчики, которых я знаю. Смотрите!
А теперь особый подарок и для победителей, и для всех ребят – мультфильм. Ко мне стучится. Кто, кто злого волка не боится? Меня к себе зовут. Капай, капай, дождик. Капай, капай, дождик. Капитошка, капитошка, капитошка. Лапки мои станут кулаками, а молочные клыки острыми клыками. Зарычу, завою, зарычу, завою, не шути со мною. Со мной, друзьям, потеха, я так бывает раз. Никому не скажу «Здравствуйте, спасибо!» Лучше шерсть на спине подниму я дыбом, чтобы все дрожали, чтобы все дрожали, чтобы уважали. Я кап-кап-кап-кап-кап, я буль-буль-буль-буль-буль, я хлопаю в ладошки и скачут-скачут по земле. Все дрожали, чтобы уважали. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Стучат, шумят, еще и воду льют. Покоя волку не дают, злому зверю. Ой. Смеяться надо мной. Вот я тебя. Ага. Постой, а кто ты такой? Я Капитошка. Не знаю, не ел. Сейчас узнаю. Кролик, братец? Нет? Семеро козлят? Так он же один. Нет? Колобок похож, но не он. Так. А где же Капитошка? Да вот же я. А-а-а! Сейчас залью тебя водой. И ты ныряй за мной. Ой. Эй, куда же ты пропал? Куда ты подевался? А я вот здесь, а я вот здесь, а я не исчезался. А,
уважали, чтобы уважали. А где же он? А? Нет. Попался. Так? Что это? Как смешно! Давай еще играть. Давай. Артистка моя, и все вокруг мои друзья, и песенка моя звучит, и песенка моя звучит, как зомби ржит. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-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 ля. Ага, догоняй! Ой, где ты? А? А ку-ку, ку-ку. Еще бы, быть спортсменом нелегко. Но ничего, вы за ночь отдохнете и завтра с новыми силами начнете тренировки. Спокойной ночи, девочки! Спокойной ночи, мальчики! Волшебных всем снов! Малыши, малышки целый день играли. Малыши, малышки к вечеру устали. С мамой пошептушки книжки убираем. Подождут игрушки. Баю, баю, баю. Мягкие кроватки ждут уже детишек, неженок, девчонок, шустриков, мальчишек. С мамой пошептушки глазки закрываем. Сон приснится сладкий.